Друзья, всем привет! Это Рыбалка с Пашком. И сегодня мы приехали на речку, которая называется Москва-река. Сегодня будем пробовать ловить здесь леща, плотву, ну и посмотрим, что еще может здесь попасться. Так что не будем терять времени. Сейчас приготовим прикормку, разложим снасти и начнем нашу сегодняшнюю рыбалку. Так, сегодняшняя прикормка, значит, у меня это Дунаев лещ темный. И Альвега лещ темный. И еще вот немножко добавлю душистый жмых карп карась. Совсем чуть осталось, тоже добавлю. Сегодня использую это все. Замешаемся и начнем кормить точки. Итак, вот наша прикормка постояла минут 10, впитала в себя влагу и уже стала такая рассыпчатая. Теперь ее нужно нам немножко доувлажнить. Совсем чуть-чуть, буквально водички. Сейчас ее доувлажняем и все, она у нас будет готова. Так, проверим ее в воде работу. Ну вот, отлично, не всплывает. А это самое главное. Все, прикормочка готова. Так, друзья, в этот раз я не буду промеряться, потому что примерно знаю дистанцию ловли. Поэтому сразу приступлю раскармливать точку. Кормушка 60 грамм. Думаю, сделаю забросов 5-6 и уже можно будет ставить поводок. Сегодня взял с собой червя, опарыша, красного опарыша, белого. И вот еще есть манка. Попробую на манку, поэкспериментирую. Друзья, ну что, в общем, сделали мы где-то 5-6 забросов закормочных. И я решил поставить поводок. Сейчас поставим поводок и посмотрим, через какое время у нас будет первая поклевка. Погнали. Так, поводок у меня вот такой вот длины. Сколько здесь сантиметров? Ну, 70-80. Вот он.
Так, и насажу. Начну со светофора. Один белый и один красный опарыш. Один белый и один красный. Вот такая вот картина. Ну что, погнали. Вот это ёж. Во, ёршик какой. Здорово, я таких не ловил еще ни разу. Идеально. Друзья, что-то здесь совсем плохо с клевом. Пока есть время, хочу проехать чуть подальше и проверить еще одно место. Не переключаемся. Друзья, ну в общем, переехал я на новое место, чуть пониже по течению. Здесь, в этом месте, глубина чуть побольше и есть обраточка. Я здесь не первый раз рыбачу, и в прошлых рыбалках всегда поклевки были. И вот сейчас начинают уже небольшие подергунчики. Дистанция здесь меньше, метров 15-20. Прикормочка у нас тоже еще в достаточном количестве, поэтому будем рыбачить здесь, пока что время есть. Я так налегке пришел, не брал стул с собой. Взял только самое необходимое. А если подняться чуть выше по течению, там отличное место для ловли голавля. Там многочисленные кустарники и деревья склоняются над водой. И вот в период вылета майского жука очень много жука падает в воду. И в этом месте крутится голавль. И вот на майского жука там где-то в середине мая очень отлично ловится голавль. В этом году тоже планирую поехать, попробовать. Вот видите, поклевочка. Была сейчас поклевочка небольшая. Есть. Ребята, а это бонус, реально. А это реально что-то очень крутое.
черт, он уходит. Самое обидное, что я не взял с собой подсачек. Вот это очень обидно, я подсак не брал. Черт, ну это... Блин, что же это? Хрюшка какая-то. Черт возьми. Ох, ё-моё, это лещара. Это огромный лещ. Ох, походу он забагрился. Я не знаю, как я буду его таскать без подсака. Ну да, он забагрился. Ну вот, новое место и вот такой вот забагренный бонус, полубонус. Ну я, конечно, думал, что там что-то посерьезнее, но забагренная рыба, знаете, как сопротивляется. Ладно, отпускаем. Куда его брать? Я с собой не планировал рыбу забирать, так что отпустим его обратно в родную стихию. Первая рыбка сегодняшнего дня. Место здесь шикарное, тихо, спокойно, сидишь, птички поют. Друзья, ну что, будем заканчивать эту рыбалку. Сегодня у меня получилось побывать на двух местах. Одно это мое такое любимое место, летнее, я там летом рыбачу. Хорошо летом клюет, там и ночью лещ, и с утра. Ну, сейчас, видимо, еще рановато для этого места, там небольшая глубина, да и холодно еще с утра. Вот, потом переехал на второе место, здесь глубина чуть побольше. И здесь вот получилось забагрить, значит, одного подлещика. И потом начались множественные такие поклевки, подергунчики нереализованные, в общем. И потом тоже все заглохло. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк. Всем пока!